Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о новом корейце и самом популярном кроссовере. Марка SsangYong нашим покупателям известна. До резкого подорожания всего и вся корейский бренд предлагал вменяемые кроссоверы за вполне вменяемые деньги. Но случился кризис, и SsangYong свои автомобили продавать перестал. Да и модельный ряд, если честно, устарел. Но ситуация вроде как стабилизировалась, и корейцы вернулись. Вернулись с подарком. Новым кроссовером Tivoli. В двух типах кузовов. Стандартном и удлиненном. Автомобиль весьма симпатичный. Хотя некоторым он может показаться слишком смелым в плане буйства углов и прочих геометрических форм. Тем не менее, корейцы возлагают в него большие надежды, а наш рынок считают приоритетным. Машина оснащается единственным пока мотором 1.6, мощностью 128 лошадиных сил. В зависимости от комплектации, он агрегатируется с шестиступенчатой механикой или шестидиапазонным автоматом. Привод может быть как передним, так и полным. Особая гордость корейцев – оснащение. Tivoli может комплектоваться подогревом всех сидений, светодиодной подсветкой салона и мультимедийной системой с большим экраном. Кроме того, тут есть редкая в данном классе опция вентиляции сидений. Короткобазная версия в базе стоит 990 тысяч рублей, а вот цены на длиннобазную модификацию начинаются от 1 миллиона 400 тысяч. И это на механике и с передним приводом. Одно американское консалтинговое агентство провело исследование с целью выяснить, какой из кроссоверов самый популярный в мире по итогам прошлого года. Информацию собирали долго и из большого количества источников. В итоге получилось, что на первом месте находится Honda CR-V, которых было продано больше 750 тысяч. На втором месте вполне ожидаемо Toyota RAV4. Бронзовая медаль у Hyundai Tucson. Специалисты компании особо отметили, что рынок кроссоверов уже который год показывает уверенный рост. 25% рынка они уже захватили. И если тенденция продолжится, то скоро их станет еще больше. Кстати, российский рынок иномарок демонстрирует ту же тенденцию. Компактных и средних кроссоверов у нас продается все больше. Даже на фоне упавшего на дно рынка. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».